Итак, ребята, здравствуйте. В этом видео мы также сделаем с вами обзор еще одной модели автомобиля. Тоже фирма KinSmart. Смотрите, это у нас будет Peugeot серенького цвета. И давайте побыстрее освободим автомобиль, чтобы он мог присоединиться к нашей коллекции. Вот смотрите, такой автомобиль у нас. Давайте его освободим полностью. Освободим. Так, освобождаем колесики. Наши колесики. Так, и у нас здесь написано Peugeot. Год написано, да, 2001. Также здесь у нас написано масштаб 1:32. Так, KinSmart и Made in China. Так, сколько у нас сантиметров? И смотрите, 12 и там, скажем, миллиметра 4, может быть. Вот, я покупаю автомобили вот такого масштаба, они мне нравятся. Смотрим, что у нас здесь. Вот, довольно-таки приятный и красивый автомобиль. Посмотрим. Вот так на него. Понятно, двери открываются у всех этих моделей. Вот что у нас внутри. Все довольно так реалистично, красиво сделано. Посмотрим на элементы. Отдельные. Вот у нас колесо. Вот у нас вид сзади. Ну, довольно красивый автомобиль. Качественно сделан. Так, и проверим наш мотор. Поехали. Вау! Ух ты, быстро ездит. Довольно быстро ездит. Так, и сейчас соревнования. Сейчас мы с вами будем соревноваться. Peugeot и Nissan. Самые быстрые наши машинки. Но обратите внимание, что я усложнил немножко трассу. И видите, там трамплинчик небольшой есть. Ну и посмотрим, как будут вести себя наши машинки. Автомобили. Ау, Nissan слишком мощно. Так, вторая попытка. Ну, Nissan у нас слишком мощный автомобиль. Он просто лидер. Так, ну и побеждает опять Nissan. Итак, ребята, если вам понравился
этот обзор, это видео. Подписываемся на канал, ставим лайки и жду ваши комментарии. Хорошо, всем пока.